смешно. Обосраться, как смешно. Ой, этот как у Турбо что-то там еще. Шо я нашел? А, ничего я не нашел. Че Турбо? Пидор, говорю. Слышал, да? Слышал. Че? Слышь ты. Не? Ну и пошел. Слышь ты. Пан Соник, а где Слайв? Завали ебалю. Жалко, что вы это не записали. А у меня запись идет. Вот это, кстати, ставь начало. Да я забуду. Добрый день. Здрасте. Ладно, добрый вечер, чай горячий, с вами Рунтик, Турбо и Леви. Ну, здрасте. Здорово. И сегодня мы поиграем в игру Брик Рикс, но мне кажется, что на это всем насрать, ведь всем интересно, кто такой Леви. Леви, ты кто? Я человек. Молекула. Так, ну короче, сегодня мы взяли тачечки, которые могут стрелять, и наша задача уничтожить друг друга. И самим не умереть. Вот, все просто. Ну да, короче, ребят, я выбрал у нас вот такую более-менее чическую машину, хотя она не сравнится с машиной Турбо, потому что она еще чически. Здрасте. Добрый вечер, до свидания. Ой, чай горячий. Мне кажется, или... Начал стрелять и ушатал. Я, по-моему, Ливи ушатал немножко. Да-да-да. Что-то не немножко, а уже... Так, Рунтик. Рунтик, ты следующий. Да, не ушатало. Короче, ребят, как видите, они стоят прямо передо мной. Сейчас будем стрелять. Кто так поливает? Это Турбо. Золотой чай. Это такой... А, вон ты. Блин, ты меня сломал, все. Я все, я победил? Да, Рунтик. Ой, я едва здание сломал. Ну, это было чисто такое читерская немножко тачка. Конечно, я сейчас поменяю, чтобы... Это что было? Что-то пролетело. Вот, да. Ну, такой первый разминочный раунд был, чтобы всем показать, кто здесь батя. Батя в здании, ты это Турбо. Ну, вы поняли. Ну, короче, я это вырежу. Все, сейчас, короче, поменяем на машину нормально и уже будем продолжать. Так, ну, короче, ребят, мы продолжаем играть в игру Брик Рикс. Я взял у нас что-то типа ЗИС-5 или не ЗИС-5, спук. Ну, короче, ЗИС какой-то с пушкой. Это у нас, блин, какой-то грузовик. Да, все. У меня тоже грузовичок с пушечкой, если что. А у меня Хаммер с пушкой. Я сейчас офигею, если у нас Турбо одинаковые машины. Короче, мы, значит, продолжаем играть. Я пошел в поисках Ливи или Турбо. Блин, у меня что-то колеса отвалились. Я теперь на дыбах еду, короче. У меня только два задних колеса и одно переднее осталось. Опачки! Ты что взорвался? Что сам уничтожился? ФПС присел даже. Но это Рунтик сам уничтожился. Блин, мне сейчас будет очень сложно. Четко сработал вообще. Эй, Рунтик, ты пошел вон, ты же уничтожился. Давай мы сейчас разъедемся, да, типа мы не видели друг друга. И это, встретимся заново потом. Потом послушаем, там Ливи такой проехал. Да, мимо такой не видит нас. А ничего, если я тоже сейчас починюсь, потому что, блин. Подожди. Ой, ты что, нас не заметил сейчас? Я не знаю. Задали дрифт. Так, ничего страшного, да? Раз Рунтик починился, то я тоже починился. Так, мне кажется, или там в тумане проглядывается след Рунтика? Там, мне кажется, да. Без тумана проглядывается просто какой-то... Ты мне пушку поломал. Я? У меня пушка сама по себе стреляет. Все, я без пушки, я загорелся. Ох, смотри как. Вот это хорошо. Вот это было хорошо. Это мне нравится. Это меня вынесли, да. Давайте я сейчас, короче, восстановлюсь. Ой. Ну я могу починиться все-таки. Из машины выдел. Ну ты понимаешь. Опа. Так, а вот и Ливи. Так, пушка быстрее поворачивай. Пушка быстрее ниже. Тихо. Ой, я по-моему сломал. Опа, да. Все, уничтожил. Не, смотрите. Что-то основ. Какая-то реакция. Опа, опа. Эй, я же тебя уничтожил, нет? Да, я это восстановился. Ну я же тебя уничтожил. У меня все залагало. Но я стреляю. Что происходит? Я сломал? Я Турбо сломал. Не, в смысле. А в смысле? А это ты меня стреляешь? У меня просто сейчас зафризило на минуту, наверное. Короче, чуваки, минус один. Эй, я еду еще. Ничего себе! Тут стук обломок. Это у меня пушки теперь просто нет. А я что-то вас найти не могу, вы чё? У меня теперь спорткар, короче. Ливи, как всегда, что там. Кабриолет, смотри, у меня кабриолет спорткар. Опа! Блин, я тебе не могу попасть. Догоняй, пушка давай. Слишком высоко. Ребят, короче, в дрифте. Тихо, расстукивали обломком. Блин, тут обломки, зря я по обломкам. Все нормально. А, Ливи тут чё? Отойди! Да чё ты тут забыл? Сейчас взорву. О, смотри. Я Я без пушки уничтожил Ливи. Это вообще так вот. Мясо.
Здрасте, приехал, называется. Че за куча мала, ё-мо. Так, я даже не знаю, у нас раунд вообще кончится этот, или мы восстанавливаемся бесконечно? Да, ну все, короче, давайте, по-моему, кто-то выиграл. Кто выиграл? Не знаю, ну я просто в прошлый раз вас всех уничтожил, а вы все восстановились, я не понял, что за бред. Ну давайте, типа, это была ничья. Ладно, ничья, хорошо, я соглашусь. Ну что, меняем тачечки? Короче, ребят, мы продолжаем играть игру Break Rix, все-таки решили переключиться на маньячка, маньячок, а сегодня, то есть не сегодня, сейчас я. Я взял у нас вот такую машинку из первого раунда, она у нас немножечко читерская, отключил ходы. Ну все, давайте теперь что-нибудь выговорить, я выезжаю. А я твой ник вижу. Убер. Мы его ник видим, а он нас не видит, он нас ищет. Мы, короче, в прятки играем, грубо говоря. Ну вы все знаете прятки. Правила, кто смотрел. Да, ну подписчики знают, Леви не знает, это обычная тема. Ну ладно, все, не будем, короче, прикалываться над Леви, все-таки он первый раз у нас. Посвящение, так сказать, в тиммейтовскую силу, или как можно назвать. Короче, я вас ищу. Break Rix Community, не знаю. Break Rix Community, да, все. Топ комьюнити, так. Здрасте, здрасте. Сейчас я мимо тебя пронесусь. Здрасте. Нет, ёпта ж, я это видел, это что за кура? Тихо, я еще могу её... Тихо, подождите, хватит эмоций. Леви это видел, Леви это видел, значит он где-то рядом. Я умер. Ребята, вы знаете, что Не-не. Удачи. Подожди. Я так проехал, хорошо. О, Ливи, я к тебе сел. Я теперь с тобой еду. А чё ты рядом? Ну ладно. Ну, мне так просто интереснее наблюдать за всеми. Короче, Ливи посмеялся, что мы проехали мимо него. Значит, он где-то рядом. Сейчас мы его... Короче, кто... А может, наоборот, я мимо тебя проехал. Кто умер, тот подсказывает. Да, кто умер, тот подсказывает, я согласен. Короче, месье Рунтик, едь прямо, короче. До конца. Ну ты, ну, не прямо уж так уж явно подсказывай, а так, типа, направляй только. Ну ты едешь прямо. Ну, горячо. О, сейчас прям жарко. Прям вообще жара, да? Прям, да, жара. Прям жара дикая, прям. Блин, солнце, лето, жара. Там вроде как не так поется, ну ладно. Ой, Рунь, ой, стало холодней. Давайте, ребят. О, хорош, попал. Все, он перевернулся. Все, кстати, нам надо какой-то временной промежуток, наверное, поставить. Ну да, кстати. Все, давай моему. Эй, хорош. Чё ты меня стреляешь? Да, ты всегда будешь выигрывать. А, ну чё, друзья, чё, блядь, чё? Чё ты хотел сказать? Ну чё, друзья, короче, я взял танк и иду уничтожить. О, кстати, я уже кое-кого вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. А ты чё так близко ко мне? Короче, я маньяк, я буду уничтожать. Чё? Ты вроде как начать хотел. Я уже начал? Ух, ты ж прям за меня. Так, тихо, ребят. Блин. Ой, кички-чики. Тихо. Блин, мне надо было пониже чуть пушку спустить. А? У меня пушка низко не опускается, тебе пока что везет. Да блин, я вообще сейчас все так по экшону, я чуть не врезался еще. Так. До свидули. Ой-ой-ой! Ты в дерево врезался? Разворот! Нет, нет. Я рядом с вами. Ну я не хочу так рано умирать. Блин, дом упал. Тихо-тихо-тихо, ребят, нет, он снес крышу, но крыша это не предел. Блин, танк крутой, но он не может стрелять вниз, это хреново. Блин, у меня колеса отвалились. А я могу чиниться? Вот это вообще жесть. Короче, я могу чиниться. Ты чё, сзади меня? Нет. Я? А вон, да. Фу, можешь начинать, что типа ты маньяк и все такое. Так, а мы уже начали. Мы уже начали, да? Да, я же уже сказал, что я маньяк, все знают. Слушайте, это было очень жестко. Он опять сзади меня. Нет, давайте, налево. Турбо. А ну-ка назад посмотри. Бедный Ливи. Да, и потом. Я тобой потом. Он сначала всегда так делает, он сначала за одной целью гоняется. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я, короче, к Ливи поехал. Так, я тебя потерял. А нет, я тебя вижу. Все, я выехал. До свидули. Опачки, здание рушится. Вот, да они не мешают проехать просто. Вот это было эпично. Леви, валим отсюда. Здрасте. Давай. Да как? О, вот это ты перевернулся. Слушай, это было жестко. Так, молодой человек. Слушай, Леви, не получится к тебе приехать. Ой, я тебя попал, по-моему. Другим путям я просто быстрее. Блин, тут эти гребаные обломки, мне через них не проехать. Давай. Вот это, ребят, жесть. Тут, короче, здания падают, пули летят, а я, короче говоря, угоняю. Очень весело. Очень и очень. Леви, здрасте. Блин. Я тебя потерял. Леви, Леви, ты знаешь, что лучше не стой на месте, ты лучше катайся, да. Опачки. Это было очень опасно. Лобовуха. Лобовуха в хлам. Та сидит низко, бля. Че ты говном запахла? О, кто это проехал? Ой, турбо, как ты зря туда... Ой, блин, Леви, зря ты туда проехал. Я просто... У меня пушечка низко не опускается, меня это напрягает. Я не начал, потому что мне не развернуться, тупо банально. Так. Тут тупо анально? Че? А? Че? Тупо анально, ты сказал. Ты любишь тупо анально? Банально.
Банальное ТВ. Ну, реклама. Так, вы там где? Я вас не понял. Я вас понял. Так, Ливи где-то был вот здесь. Сейчас его я... Кокаин уже достал. Найду и буду убивать. Ливи. Ребят, у нас, значит, тактика такая. План-тактика. Мы с вами следуем за турбо. Ты был рядом. Да, и ко мне тоже, и кто, и к Ливи. Ты был очень рядом. Сейчас я очень далеко. Уйо. Да-да, смотреть по углам. Ты не то, что далеко, ты рядом, но тебе мешают. Черная сила под названием здание. Батя в здании. Я его сейчас расхреначу, его не будет. О, это кто? Энта, это кто я. Там такой? А, вот. Здрасте. Блин, у тебя кабриолет такой маленький. Это Форд. Да, ну издали... А, даже не заметил. Издали это был кабриолет. Да что ж такое? Вот танк слишком резвый, прям как... ну, я не знаю, придумайте сами как что. Просто, ребят, Турбо катается тут рядом с нами, но не может. Не, я вижу, видел, Ливи. А я уже скрылся. Или стоп, ты видишь наши ники? Скрылся, я ваши ники не вижу. Зато я видел твою красную задницу. Ребят, идем на этот. Идем на таран. Опа, здрасте. Я там видел твой передок. О, ой, как тебе? Передок. Че, спрятался? Блин, я не могу в тебя стрелять. О, подожди, я сейчас так вот спущусь. Давай. А я в дереве застрял. Да блин! Давай! Идем на апортаж! Ребят, идем на таран! Блин, мне просто не попасть в Ливию, он слишком низкий. Блин, я, короче говоря, тебя протаранил чуть-чуть. У меня двигатель сломался, все, меня вынесли, короче. Да? Мне просто. Мне просто я не могу низко стрелять. Все, да. Ты его сломал тоже. Да Ливи, по-моему, едет или нет? Он едет, да, он едет. Ах ты. Да едь ты уже! Твою живой. Сука! Теперь вот точно кабриолет, слушай. Блин! Я просто не могу вниз стрелять. Короче, значит, ребят, давайте посидим за ними на карте. У нас идет вот такая эпичная погоня, значит. Очень эпичная, да. Очень эпичная. Ничего не происходит. Только здание упало, еще одно здание упало. Сейчас еще одно, наверное, упадет. Еще одно упадет. Ай! Я в здание сломался. Турбо жестко бесится. Что происходит? Да что происходит? Да починись, ты нормально, говно, блин! Спасибо. А? Да что, ну почему ты не мог... О, спасибо. Так, ну слушай, всё, было хреново, тачку. Опа, там? Фигаси там. Слушай, там, что-то Ливи подкинул просто вверх. А, я застрял в этих кругах. Грёбаный ты танк. What the fuck? Мне просто, мне надо как-то сейчас так заехать и чуть-чуть вниз смотреть, чтобы я смог тебя уничтожить. Ну, ты понял. Ой. Ой. Ну, короче, влезешь в него, да и все. Во, все, сойдет. Я или он едет? Уехал. Он сгорел. Загоришь. Я надеюсь, ты сгорел. Загоришь. Уголек. Ну что, будем считать, что наконец-то я все сделал, что надо? Да, ребят, ну короче, хоть погоня была не очень эпичной, так как Турбо что-то не мог никого вынести, у нас она закончилась наконец-таки, и теперь будет Ливи в виде кого? Маньяка? Маньяка? Да, маньяка. Все. Да блин, ребят, Ливи уже, короче говоря, начал работать маньяком. Работать. Отличная работа, так сказать, почасовая оплата. Все, я, короче, поехал вот на таком немецком старом. Ах, я не буду говорить, на чем катаюсь, чтоб Ливи не спалил. Ну, вы поняли, что это машина. А я, короче, катаюсь на пигеончике из Bimage Drive. Е. Ну, мы не знаем, что такое пигеон из Bimage Drive. Ну, в смысле, ну трехколесная тачка. Конечно, не там, где надо. Рунтик, трехколесная тачка, ты что, забыл такое? Трехколесная. А, все, понял. Маленькая такая. Ой, тихо, а короче... Слушай, давай мы его немножечко патрулим, потому что. Подожди, меня что-то игра зависла. Да, давай его мы немножечко патрулим, потому что просто так кататься не очень интересно, ну, да. Я думаю. Я как твой младший брат такой, смотри. С тобой еду. Здравствуйте. Так, едь, что ты не едешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Погоди. Слушай, ну с таким успехом Ливи нас никогда не догонит. Что-то он даже с места еще не сдвинулся. Это точно. А вообще-то я катался. Он едет. О, я мне промазал. Да, ты промазал. Не попал, это плохо. Ребят. А? Тихо, заднюю. Нет, заднюю. Все, я вернулся. Я угнал. Тихо. Ай, ой, тихо, я еще еду. О, у меня еще есть колесо. 2, 3. О, смотри, ты сам об меня раздолбался, красавчик. А я еще еду, у меня все нормально. У меня все колеса есть, это самое главное. Слышь? Я просто вылетел такой, Рунтик, здорово. Такой, я без крыши. Погнали. Валим отсюда. Пуля рядом с крышей. Вот это честно. Ты что, на одном колесе едешь? Я? Нет, у меня 3 колеса. У него и так одно колесо. Я не попаду. Тихо. Нет, я еще еду. А вот Рунтика можешь уничтожать, пожалуйста? А меня не трогай. Я раздумал, но я еду. Блин, у меня осталось 2 колеса. Очень жестко. Какого черта? Все, меня вынесли. Тихо. Блин, Рунтик, помоги.
подтолкни. Слушай, давай я установлюсь. Турбас, иди сюда. Турбас? Турбас. Я так еще не называю. И все, нет, все. Я закончил. Все. Блин, что-то все как-то больно быстро, что ли. Всем здорово. Мы опять-таки снова тут, у нас сегодня будет, то есть не сегодня, сейчас будет последняя часть, так сказать, маньячка. Опять-таки я маньяк, выбрал охрененную тачку в виде, так сказать, в виде чего? В виде догонялки, она у нас с пушкой посередке, и она очень хорошо валит. Короче, я уже выехал на поиски, а я забыл худы отключить. Ах ты же, хитер. Я отключил. Ну я вас видел, Здрасте. Ух ты. Нет. Ничего себе, я стреляю, а она, короче, подлетает вверх. Ничего я себе, таксист. Нормально. Марсельское. Подожди, такси. Таксист. А кого перевозим? Нелегалов. Нелегалов, хорошо, значит. ФСН. Или как там правильно говорится? Ладно, не буду умничать. Так, тихо. Ух ты ж, ребят, вот это она поливает. О, Рунтик, давайте отвезу к Ливе. О, Рунтик, давай. О, подожди, это у тебя что такое? Опа, а я тебе что говорю? У тебя спорткар с какой-то стрелялкой? Ну, тогда. Смотри, поворачиваем налево. Ай! Ай-яй-яй! Короче, ребят, А, ты просто свалил, что ли, от меня, и все? Я, да. Не, ну там слева тебя ждет подарок. Опачки, здрасте. А у меня такая же машина, как у Леви. Блин, серьезно? Леви, ты просто встал. Да. Леви. Что происходит? Да, а чё? Здрасте. А ты где был? А я вот тут сидел. Чё? Что происходит? Очень сложный прикол от Ливи. Да, ребят, давайте дадим Ливи немножечко времени отъехать от нас. Ну, в смысле, ты теперь? А, ну, так он и был. А, вроде ты был. На фоне тупника Ливи настолько же произошла топовая авария. Ну, я еще нормально. А, в смысле? Я тебе в промежуток стрелял. В дырочку в мою. Ой, у меня пушка отвалилась. То чувство, когда Рунтик стрельнул мне в дырочку. Да, только когда Рунтик не попал. Тихо, Не, все, я не могу нормально ехать. Ты можешь меня уничтожать. Да. Все, можешь, давайте я их сейчас, короче, добью. Турбо. Просто вплотную изнасиловать в... Ну, ты понял. Ну, ты понял. Все, ой, все, я уволился. Так, все, дай к тебе сюда. Короче, садись ко мне, сейчас будешь, это, навигатор мне. А, блин, у тебя нет мест. Хорошо, садись, короче, к Ливи. Ладно. От него будешь снимать. Так у него, наверное, тоже нет мест. Слушай, ты что делаешь с моей машиной, а? Ты чё, насал, что ли, на неё? Не, я просто не стою. Слушайте, ребят, счетерил. Да чё ты... Всё, ладно, простите. Всю машину мне сломал. Просто... Так, чё ты, Леви, как-то прям, ну, дерзко от меня уходит. Брик-рикский дрифт. Давайте постреляем. Поливаем. Это сейчас так прикольно смотрелось, я такой стоял с камерой, типа, и вы такими у меня проехали. Леви, хоть типа тебя раз попал? Нет. Ай-яй-яй. Всё, готово. Готово. Нет. Запахло жареньким? Да. Жареным? Запахло жареньким. Я без колеса. Я котлеты готовы, ребята, я кушаю. Ой, сори. Я не хотел. Смотри, он еще едет. В смысле, он едет? Ой, да блин, я опять на солнце прилетел. Ты загорелся, все. Минус. Не, я вниз опять улетел. Я уже доехал. Да ладно. Короче, выиграли. Да, Рунтик чемпион. Все, я под картой, я лечу к солнцу. Ооо, смотри, это он к солнцу летит. А ты тоже летишь? Нет, ты лежишь, валяешься, как бомж какой-то обоссанный. А вот я лечу. Ну все, короче, ребят, серия, может, получилась немножко скучная, но это не точно, короче. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналчики. Слышь? Она подошла к концу, но чего. Рунтик, короче, он тут так лежал, он, видимо, наширялся, ему казалось, что он в космос летел, на самом деле просто валялся, как бомж. Да. Под кокаину. Туда, короче, подписывайтесь на каналчики, ставьте пальчики там вверх свои. Всем. Силы. Пока. 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 Короче, всем пока, да.